Багатодітна мати. Ще в молодості двічі овдовіла, тож трьох дітей виростила самотужки. Народження наданої четвертої дитини, сина Ванюшки, стало найпопулярнішою темою для розмов у Смілі. І все це через його батька. Це мій помпо зробив кум. Це дитина не дідова, не Василь Кузьмича. А йому 80? Да. Так. Елементарно. Я його любив, тільки хочу побачити. Надія стверджує, нібито батько Вані – Василь Баранчук, якому нині аж 91 рік. Кілька років тому жінка допомагала йому в побуті. І в них із дідом зав'язалися романтичні стосунки. Він визнав дитину, в цьому розписався. Але родичі діда Василя Кузьмовича засумнівалися у його батьківстві. Вони впевнені – мати хлопчика – справжня аферистка. І єдина її мета – відібрати у немічного старця хату. На якому основанні ви тут знаходитесь? Що ви тут робите? І чому дім закритий ставнями? Чи міг старий дід, який уже давно не ходить, лежить у Підгузкові, зачати сина? Навіщо жінці дитина від старця? І що покаже тест ДНК? Чи справді Василь Кузьмович – тато малого Вані? Это «Говорит Украина» здесь, на телеканале «Украина». Тема нашей сегодняшней программы – «Отцу моего ребенка 90». Я Алексей Суханов. Здравствуйте. Эта история может показаться абсолютной выдумкой, но произошла она в реальности. В украинском городе Смела. Из-за того, что отец этого ребенка, разразилась настоящая война. И факты оказались противоречивыми и неоднозначными. Они настолько неоднозначны и противоречивы, что лично я сам с любопытством жду, чем закончится сегодняшняя наша программа. Надежда, почему вам так важно доказать, что отец вашего сына 90-летний Василий Кузьмич? Ну, во-первых, я не аферистка, и я знаю, что это ребенок его. Стопудово знаю, что это его ребенок. И так как меня опозорили, я пришла на эту студию, чтобы попросить у вас помощи защитить своих детей в первую очередь. И доказать, что это не так. Скажите, пожалуйста, Надежда, а как вы познакомились с Василием Кузьмичем? Я работала в детском садике и подрабатывала в людях, на огороды ходила, всем сапала, там убирала. И так вот познакомилась с ним. Да. Скажите, пожалуйста, тогда в каком состоянии был Василий Кузьмич? Он мог, к примеру, что-то сам делать по хозяйству? Да. Мы садили с ним огород, он вместе копал, выбирал. Ну, извините, косточку с-под персика я глотнуть не могу. А вин спокойно яйца... А зачем он косточки глотал? Чтобы почистить свой желудочек. Ах, вот как, ясно. То 84 тогда ему было? 86? 82. 82. Да, да. А вам было сколько? 41-42. 41-42, где-то так. А, значит, вы в это время познакомились. Да. А вот зачали ребенка когда? Сколько уже было? Через сколько? Тоже где-то в такое время. То есть вы как познакомились, так сразу и зачали? Да, не, ну, не сразу. Ну-ка, я говорю, через сколько? Через месяц где-то, вот, может, даже меньше. О, прикольно как. Послушайте, а что вам понравилось в Василии Кузьмиче? Ну, что? Он вообще, как? Во-первых, что он живчик, да? Да. Был такой веселый. Во-вторых, он был интеллигентным, можно сказать, культурным. Это вас покорило? Ну, можно бы сказать, да. Простите за этот неловкий вопрос. Вас не смущала разница в возрасте? Ну, с одной стороны, и может быть, и смущала, но дело в том, что я его решила доглядать, потому что мне надо тоже выжить своими детьми. У меня было на тот момент трое детей. Я в горисполком пошла, говорю, дайте мне огород, мне не дали. Это самое. А жила я, выбила квартиру себе, и я жила в квартире. Но с другой стороны, Надежда, ведь, насколько я понимаю, в ваши обязанности входил огород, уход за огородом. И за ним. И за ним. Да. Но в эту опцию не входил секс, насколько я понимаю? Нет. Не входил? Не входил. Да. Но он у вас был? Был. Был. Скажите, а как долго продолжались ваши отношения? Близкие, в смысле? Да. Вечером и утром.
То есть два раза? Да. Два раза. Послушайте, вот что косточки абрикосовые делают. А персиковые, да. Дело в том, что он действительно, это самое, еще был тот живчик. Выбачьте меня. Так. Может, это неправильно, может, я обижу мальчиков, извините, ребята, которые здесь сидят в студии, да? Да. Но нашим еще мальчикам дед могут форы дать еще тот. А, вот так вот? Да. Вот. Скажите мне, пожалуйста, а вы сразу признались Василию Кузьмичу, что вы в положении от него? Да, когда я узнала, то да. И как он отреагировал? Обрадовался. Ходил по всему городу, объяснял, что он будет папочка, что он самый старый дедушка, который это зачал ребенка. УЗИ делал. А, УЗИ. В Черкасах, у Вороного, в нас тогда было дорого. Він робив, фотография стоила, вот это 50 гривен, это в УЗИ. Он радовался, что там был мальчик, это наследник мой, все, я попаду в рекорды Гиннеса. Мне они не нужны, честно скажу. Я не люблю пиара, я чисто так. Он радовался, ходил по всем магазинам, по всему рынку, я на рынок не могу зайти. Мне стыдно, потому что он, когда я была в положении, он приходил, вот моя жена, мне штанишки покупал на рынке, модные, самые лучшие, самые дорогие, чтобы я была красивая, ухоженная, ну, это вот сначала только было. Итак, новость о том, что у Василия Кузьмича вот-вот родится сын, быстро облетела весь городок. Жители успели разделиться во мнении, а некоторые откровенно засомневались. А правда ли говорит Надежда? Давайте вот послушаем, что говорят жители. Внимание на экран. Вообще, может в 80 лет мужчина зачать ребенка? Конечно. Не знаю. Сложно ответить. Ага. Ну, вот доживу, скажи. Это конечно, я считаю, Гир уже старый, может, она на него спеша. Была передача, что дед довольно старше, это детей робит людей. Не знаю, арабы вообще в 100 лет рождаются. Я считаю, что мужчина 80 лет может отговорить женщину. Это смешно просто. А, ему 80? Да. Это элементарно. То есть вы понимаете, мнение абсолютно расходится, это понятно. Просто одни глотают косточки, а другие нет. Надежда, а секс с другими мужчинами в тот период был у вас? Клянусь, не было, Не было. Ей-богу, вы абсолютно на 100% уверены, что отец вашего ребенка Василий Кузьмич? Стопудово. Я просто не гулящая женщина, я не пью и не курю, я нормально веду образ жизни. Мы сегодня обязательно выясним, действительно ли Ванечка сын Василия Кузьмича. Для этого раз и навсегда мы решили поставить точку в этой истории и провели тест ДНК-экспертизы. Что из этого вышло, вы узнаете в финале этой программы. Надежда, а родственники Василия Кузьмича верят, что Ваня все-таки его сын? Я беременна тогда была. Они говорили, вы видишь, дед влюбился и все. Ну, вот. То есть поверили сразу? Да, сразу поверили. А потом? А после того, как я подала на алименты, а там спрашивали в суду по наследству, вот тогда деду начали, выбачьте нормальным словом, втирать. Что это не его ребенок, ты этого сделать не мог и все остальное. Угрожали мне убить ребенка. Если я подойду к хате, значит, это в апреле. Где-то мне позвонил телефон. Так. Говорят, ты такая-то, такая-то? Да. Что ты робишь на Яблуновке? Я говорю, как что делаю на Яблуновке? Деда доглядаю, а кто это разговаривает? Неважно. Неважно, неважно. Это самое. И начали мне сыпаться угрозы. Если ты туда пойдешь, это самое, твоего наследничка мы покрешуем и все остальное. Прямо так вот даже? Да, вот. Такими словами? Серьезно, я не буду врать, я не тот человек, который вру. И получается, что Ваня сейчас, по вашей логике, прямой наследник Василия Кузьмича. Да. Скажите, а какое имущество вот у отца Вани, у Василия Кузьмича? У Василия Кузьмича большой дом, 112 квадратов. Так. Хата на две половины. Итак, Надежда уверяет, что родила сына 82-летнему тогда еще мужчине. Сейчас ему уже 90. Родственники деда совершенно не признают маленького наследника. На и четверо детей, и все их жалтуют. Более того, кто-то из них угрожал даже убить малыша. Кто в этой истории настоящий аферист? Бывшая сиделка или родственники Василия Кузьмича? Мы взяли образцы ДНК для того, чтобы провести тест. Что же
покажет результат этого эксперимента. Мне вот так вот кинжал под горло. Я ее беременной там не видела никогда. А он быстрее сдохнет. Секс утром и вечером, как мог быть, с детьми приходили. Когда женщина сама может ввести сперму во влагалище, и получится у нас беременность, понимаете? То вы будете судиться с родственниками за имущество, за наследство. Пока любого виноватила его в том, что он ее... Надежда, скажите, итак, Ванечка официально записан сыном Василия Кузьмича. Да. Я сначала, когда родила ребенка в роддоме, я написала на свою фамилию. Шакалюков Іван Володимирович, тобто це моя фамилия девичья. Я не хотела ни его хаты, ничего. У меня не было мотива даже его преследовать как-то. Мне надо было доглянуть людину, так как я пообещала, и огородом заняться, чтобы прокормить своих детей. А потом он попросил меня сделать... подать на суд и зарубить его фамилию. Угу. Я сначала противилась. Вы позволите? Это постановление суда, да? Да, 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 это решение суда. И вот вам постановление суда, Сергей. Ознакомьтесь, пожалуйста, с ним, это весьма интересно. Так вы, значит... Это решение суда. Да, вы подали сами в суд или по настоянию Василия он Кузьмича? Он попросил, чтобы я подала в суд, так как я уже получила декретные деньги. Да. Это... Он говорит, ну давай, ну пожалуйста, я хочу, ну он же ж мой сын. Угу. Говорю, ты признаешь его? Да. Пиши расписку. Он написал расписку, что это его сын. Все, эта расписка осталась в суду. То есть в суде Сергей Василий Кузьмич признал Ваню ребенком? Так, он написал расписку. Во-первых, это решение суда не о изменении фамилии, а об установлении отцовства. Да. То есть фактически Надежда обратилась в суд для того, чтобы признать отцовство как раз этого дедушки. Дедушка в судебном заседании признал свое отцовство. Кроме того, суд опросил свидетелей, которые подтвердили, что, возможно, он им рассказывал, были что свидетели дед... у вас да, еще, да? Да. И суд Оксана удовлетворил и соседи иск. Шестаковичи были. Да. Вот, суд удовлетворил иск и признал отцом этого дедушку. То есть фактически в данный момент, согласно этого решения суда, потом он отец ребенка. Ага. Послушайте, после того, как мы сделаем ДНК, и это подтвердится, что Василий Кузьмич действительно является отцом Ванечки, то вы будете судиться с родственниками за имущество, за наследство? Мне квартира лично не нужна, у меня есть моя. Мне не нужна. А если ребенку положено, пусть ребенку и будет. Угу. То есть вы все-таки будете судиться? Ну, надеюсь, да. Угу. Но кто все-таки действительно во всей этой истории, если говорить серьезно, пользуется Василием Кузьмичем ради своих корыстных интересов? Кто пришел в эту студию утверждать, что Василий Кузьмич – это такой, знаете ли, старый извращенец и насильник? А кто на самом деле будет говорить здесь о любви? Ну и какой женщине он писал в местную газету любовные стихи? Героиня, которая сейчас появится здесь, в этой студии, утверждает, что Надежда все-таки мошенница. Потому что в то время, как Надежда присматривала за Василием Кузьмичем, ее не видели беременной. Встречайте Антонину Филипповну. Прошу вас, вот сюда. Спасибо. Так, Антонина Филипповна, как вы полагаете, зачем Надежде ребенок от такого уже старца? Ведь Василий Кузьмич старец. Я думаю, что ребенок не от старца, а ее в первую очередь интересовали деньги и дедов дом. Давайте-ка обратим внимание на экран. Антоніна Пилипівна все життя пропрацювала листоношею у рідному містечку Сміла. Тепер вона на пенсії, але добре знає всіх земляків, кому роками розносила пенсії. Почала працювати з 2006 року і весь час приносила пенсію. Отримувала його дружина Зінаїда і Василь Кузьміч. Антоніна знає Кузьмовича як порядного і доброго чоловіка. І запевняє... Надя скористалася смертю дідової дружини задля власної вигоди. Но зачем все-таки, по вашему разумению, Надежде вся эта история, если действительно Ваня не является сыном Василия Кузьмича? Я ее беременной там не видела никогда. Я увидела ее уже, когда у нее был ребенок, и она приходила к деду за деньгами.
Вот тот день, когда дед получает пенсию, она всегда была как штык. Дедушка мне звонил по телефону и говорил: приди, когда я буду получать пенсию, приди, только в не выходной день и не в понедельник, потому что его родственники могли прийти в этот день. Mm. И вы же, почтальон, приносили, он заказывал вам продукты, конфеты для Ванюшки и подарки, которые вы полотенце приносили. То есть Василий Кузьмич сам вас приглашал? Да. Да. Уважаемые телезрители, а что думаете вы? Из того, что уже сказала Надежда, из того, что сказала Антонина Филипповна, наши уважаемые эксперты заключили, как полагаете, может ли Василий Кузьмич действительно быть отцом Ванечки, маленького Вани? Оставьте, пожалуйста, свои мнения, комментарии на нашем сайте в интернете, на наших страницах в социальных сетях, ну и в Твиттере. У вас есть уникальная возможность комментировать это в режиме онлайн. Возможно, ваш комментарий появится во время прямого эфира. Антонина Филипповна, скажите, а вот вы часто видели Надю в доме или только в день пенсии? Я ее видела только в день пенсии. Потому что вы только в день пенсии приходите. Вы только в день пенсии приходите, больше вы не приходите. Ну, если бы вы были в том доме, то вы бы там наводили порядки, там бы где-то было бы чисто. Надя, давайте не будем об этом говорить. Давайте. Даже туда было стыдно заходить. Да? Вот заходишь, сразу с правой стороны стоит плита. Она когда-нибудь мылась, эта плита? Мылась. Чистилась, когда она... Да. Да? Да. Только не дочищалась. Вы можете поехать эту плиту сфотографировать. Чистилась, но не дочищалась. А, не это дочищалась раз, она. Да. Она не раз. Чистилась никогда. Потому что она там грязная была. Я поднимаюсь наверх, она уже бежит. Ага. Дед получил пенсию. Так Надежда говорит, что он сам ей звонил. В последнее время он уже закрывался от нее. Даже и так? Просил, чтобы... Закрывался и просил, чтобы я не говорила. Если говорить, встретишь ее, не говори, что я получил пенсию. Но почему он тогда, Василий Кузьмич, признал Ваню в суде сыном? В первом суде он его не признавал. Сколько было судов? Было два суда. Ну, я так понимаю, был суд один, просто было два заседания. Правильно я понимаю? Да. На первом заседании что делали? Вы были на том заседании? Нет. Он не признавал. Вы были на том заседании? Нет, как вы был. Можете утверждать, что там было? Он мне рассказывал. Вы знаете информацию, которую получаете один раз в месяц какой-то кусочек. На этом основании этого кусочка соседи. Вы строите гипотезу? Еще есть соседи, которые возле него живут. Которые приходили в суд. А соседи всегда лучше всех все знают. Да. Соседи всегда лучше. Соседи в суд приходили. Так, подождите. Смотрите, вы говорите, что вам это самое соседи, так? Соседи это кто фамилия? Шестакович, так? И Гордиенко, так? Я с ними вообще, я им пенсию не носила, и я с ними не общаюсь. Вы, тем не менее, какие смотрите, соседи? Смотрите, тише, смотрите. Доказані судом свідки Шестакович НВ та Юрченко ОФ бачили, як позивачка в кінці травня 10-го року приходила до відповідача та допомагала йому по господарству, а через деякий час перебувала в стані вагітності. Соседи-то видели? Эти соседи с ним вообще не общаются. Вот эти. Они были вот. С ним в ссоре. Так, они в ссоре с ним по сей день. И мне характеристику деда дали они. Послушайте, ну не обязательно общаться для того, чтобы просто видеть, кто туда приходит и кто оттуда уходит. Леш, я скажу больше. Эти люди были допрошены под присягой в суде. Их предупреждали об уголовной ответственности за заведомо неправдивые показания. Поэтому верить или не верить, мы можем предполагать что-то, но обвинять кого-то в том, что кто-то врет, мы сейчас не можем. Но когда мы готовили эту программу, мы, конечно же, предложили родственникам Василия Кузьмича для того, чтобы раз и навсегда покончить с этим конфликтом, собственно, еще раз встретиться. Но те категорически отказались. И после очень долгих и упрямых переговоров на интервью с нами согласилась только невестка Василия Кузьмича. Вы давайте посмотрим, что она нам сказала. Внимание на экран. Вы верите, что Надія народила від Василия Кузьмича? Конечно, не верю. Ну, как я могу в это верить? Это смешно. Я на суду не была. Он нас не позвал, он решил, что он такой сильный, он сам решил свои питания. И так вот оказался в такой ситуации. То есть родственники действительно раз и навсегда поняли, что никакой Ваня не сын и для Василия Кузьмича, и хотят даже прекратить общаться на эту тему. Они вычеркнули.
Надюшенька, я не хочу вас ни в коем случае обидеться, но вспоминается фильм «Вокзал для двоих». Тебя что просили? Дыни стереть, а ты что наделал? Вас попросили убирать. Вы говорите, что вы не преследовали ничего. А что, такая любовь большая от такого старого деда, рожать четвертого ребенка, где у вас трое своих, не знаете, как с ними справиться. Но, пани Нина, знаете, что любовь такое чувство? Она говорит, страсть. Не любила. Страсть. Она же сказала, страсть. Что не любила. А знаете, вот так стояла меж грядок, так полола, и вдруг такая страсть буяла. Преследовала цель. Если бы я преследовала цель, ну, я бы с роддома сразу написала на него фамилию. Итак, Антонина Филипповна, которая в течение 9 лет работала почтальоном и каждый месяц приносила Василию Кузьмичу положенную по законам пенсию, уверяет, что Надежда использует старца ради наживы. Потому что, по словам Антонины Филипповны, только в эти дни Надежда приходила к Василию Кузьмичу. Но чей же сын, Ванечка? И кого разоблачит результат ДНК-экспертизы в финале программы? Меня изнасиловал Василий Кузьмич. Если ты хочешь секса, бери секс. Я вас как женщину спрашиваю, зачем вам нужен был четвертый ребенок в этой нищете, а? Хочете бачиться за цією жінкою? Вы не боитесь, кстати, сейчас вот результатов ДНК в связи вот с таким новым поворотом? Надежда, вы сказали, что вы ухаживали за Василием Кузьмичем. Вы были сотрудником социальной службы? Нет. В данный момент я тогда работала в детском садике 18. То есть вы не были сотрудницей социальных служб? Не, я когда-то работала. Когда? Я когда-то работала. Когда? Ну, сейчас трудовой у меня немає. Ну, вот вы же можете припомнить, когда это было? В 8-м, наверное. Я, может, раньше. Я не помню. Значит, мы, конечно, для того, чтобы разобраться во всей этой истории, поехали и проверили эту информацию. Внимание на экран. Надія Шаколюкова як соціальний робітник ніколи не працювала в нашому управлінні, а також не працювала в органах виконавчого комітету Смілянської міської ради. У нас в управлінні отримує пільги як багатодітна мати та отримує допомогу. Соціальні служби говорять, що вас не знають. Ну, потому что там поменялись работники. У меня с собой трудова книжка. У них же архівы є. У мене з собою трудова книжка, оригінал. Сейчас мы обязательно вынесем сюда трудовую книжку для того, чтобы полистать и посмотреть, а есть ли там запись о деятельности в социальных службах и, в частности, в Красном Кресте. Екатерина, насколько действительно это реально, чтобы в 82 года мужчина сохранял не только хорошую потенцию, но еще и имел функцию деторождения? Что мужчина, в отличие от женщины, защищать ребенка может в любом возрасте. Даже до 100 лет, если так правильно сказать. Для этого необходимо хорошую... Нет, для этого необходимо хорошую спермограмму. То есть надо иметь хорошую сперму. И очень много случаев... Слушайте мне внимание. Очень много случаев, когда у мужчины нет потенции, они приходят к нам лечиться, но мы добиваемся, будем говорить, эякуляции, то есть получаем эту сперму. Когда женщина сама может ввести эту сперму во влагалище, и получится у нас беременность, понимаете? Значит, поэтому... и вы сказали, Екатерина, что до 100 лет? Да, конечно. Отдайте вот, пожалуйста, Сергею, он сейчас просмотрит, пока мы тут говорим. И вы сказали, что до 100 лет мужчина, в принципе, может быть оплодотворителем. Да. Но я вам должен... Так его создала природа, мужчину как оплодотворителя. Спасибо тебе, природа, за это. Это очень хороший подарок. Значит, смотрите, но давайте все-таки обратимся к мировому опыту, потому что действительно, в истории человечества есть потрясающие примеры. И Василий Кузьмич не единственный подобный пример. Внимание на экран. Зірки доводять, бути літнім батьком не складно, а модно. Коли старшій дочці співзасновника гурту «Бітлз» Полу Маккартні виповнилося 42, у нього народилася молодша донька Беатріс Міллі. Батькові тоді виповнився 61 рік.
Особливо часто пізні діти народжуються в акторів. Брюс Вілліс уп'яте став татом у 59 років. Зірка вестернів Клінт Іствуд у 65, а в комедійного кіноактора Стіва Мартіна первісток з'явився лише в 67 років. У Роберта Де Ніро та Грейс Гайтавер завдяки сурогатній матері народилася дівчинка Гелен, коли акторові було 68. Чарлі Чаплін був одружений 4 рази і став батьком 11 дітей. Причому наймолодший Чаплін народився, коли акторові і кінорежисеру було вже 72. Але ніхто із зірок не зрівнявся з найстарішим батьком планети, зареєстрованим у Книзі рекордів Гіннеса. Ним став індус Рамаджіт Рагхав, який дочекався свого первістка аж у 94 роки. А ще через 2 роки він побив власний рекорд, ставши татом удруге. Мы сейчас продолжим эту цепочку. Вас хочу познакомить с Валерием Яковлевичем. Валерий Яковлевич, спасибо, что вы сегодня здесь. Вам сколько лет? Без малого 80. Без малого 80? 76. 76 лет, да. Вам. И да. У вас, насколько я знаю, есть сын, и ему 6 лет. 6 лет, да. У меня дед умер 106 лет. Он был аксакал. Так вот, 106 лет он умер, 90 лет он то ли 30, то ли 40 раз женился. Мало того, она еще и родила. И вы знаете, я вам скажу такую вещь, что когда становишься отцом в 30 лет, это прекрасно. Но когда тебе за 70 ты становишься отцом, это уже совершенно другие ощущения, еще несравнимые. Оно дает столько счастья, столько стимула, что это то, ради чего надо жить. Значит, Сереж, вы посмотрели за этот момент книгу трудовую, ну и что там? Абсолютно с полной уверенностью можно сказать, что в 97 году и по 2001 год Надежда работала в Красном Кресте. То есть это подтверждается записью трудовой? Во всяком случае, если здесь не поддельные печати, то оснований не верить этому документу у меня нет. Так что на самом деле связывало Надежду с Василием Кузьмичем? Кто обвиняет 90-летнего старика в изнасиловании? И с какими сложностями пришлось столкнуться нашей съемочной команде, когда мы пытались взять анализы ДНК? Либо вы открываете, либо мы сейчас собираем МЧС, скорую, милицию и разбираемся, на каком основании вы здесь находитесь, что вы здесь делаете. Что покажет сама экспертиза и чем закончится вообще сегодняшняя наша программа. Оказалось, что еще до появления Ванечки Василий Кузьмич решил на старости лет вновь отправиться в ЗАГС. И этому есть письменное подтверждение. Встречайте, пожалуйста, моего коллегу Егора. Я знаю, что наша команда объездила очень много редакций в Смеле. И вы сегодня привезли, да, вырезки, да, газетные? Да, я привезла. И что там, давайте, рассказывайте. Мы узнали, что Василий Кузьмич писал в газете. И нашли, что журналист писал про него статью. Внимание на экран. Єгор Хацаюк – журналіст програми «Говорить Україна». За час роботи на програмі хлопець неодноразово проводив складні журналістські розслідування в різних регіонах країни. Для того, щоб з'ясувати, чи справді син Надії Шакалюкової зачатий від 90-річного діда, Єгор виїхав до Сміли. Я розмовляв з сусідами, знайомими, просто прохожими. Оказалось, Василій Кузьміч – настояща знаменитість в місті Сміла. Пошуки інформації завели до місцевого телебачення та газети. Там діда Кузьмовича не просто пам'ятають. В архіві газети задокументовані його стосунки з Надією. 82 года дед Василий любит и ест по ведру яблок. Смотрите. Палку кухает и ест по ведру яблок. Ага. Вот. И тут он пишет. Нещодавно Василь Кузьміч зустрів жінку, молодшу за себе на 53 роки. Це про Надежду. Про Надежду. Полюбив, каже він. Почав писати вірші. Пішли, як із прірви. Не знав, що у мене є такі здібності. Уже більше 60 частівок написав. Їх друкує місцева преса.
Майбутню дружину збирається повезти до РАГСу. Після цього повінчаються. Получається, Василий Кузьмич собирался Надежду вести в ЗАГС. Так. Вот одно из стихотворений вы тут принесли. Да. Так. Это... Можете его зачитать? Давайте. «Беда» называется почему-то. Так. «Беда». Да. «Якщо хочеш мать беду, візьми жінку молоду. Ой, беда, те велика є беда, в кого жінка молода. Не цілує і не спить, а на нього все кричить. Хоть додому не приходь, кричить страуси заводь». Слушайте, но влюбленный человек не может такое писать, мне кажется. Это может писать какой-то обреченный человек. Вот, но тут есть последние строчки, где он пишет про любовь. Так. «Є на світі чудеса, куди люба, туди я. Якщо жінка молода, то любов на все життя». Скажите, Надежда, а как часто Василий Кузьмич читал вам стихи? Лично, дома? Практически каждый день. Как это было? У меня это самое, ну, там много вершив. Да. Есть, вибачте, что встретил молодечку под мостом, пас козу, потом, вибачте, ее там оприходовал, пришел домой. Хочу заметить, это, что пока вы читали было, стих, да, то Надежда повторяла, она наизусть знает слова стихов. Послушайте, он был таким бодрым, были такие замечательные фотографии, яблоки собирал, по ведру яблок ел. Но почему он так быстро сдал, как вы полагаете? Потому что за ним, потому никто не ухаживал. За ним не ухаживали. Угу. Я бегала, и когда я увидела его, я же говорю, он лежит в грязи, в я зашла с ребенком, он был заросший, у меня фотографии эти есть. Он был заросшим, как малпа, грязный, вонючий. Это, в хате грязь, под порогом, извините, валяется. Вибачте, как они стоят и говорят, хай он быстрее сдохнет. Вибачте, это не мои слова. Итак, Василий Кузьмич хотел жениться на Надежде. О любви Надежды и Василия Кузьмича писали даже местные газеты. Но с какой целью? Надежда скрывает подробности все-таки этой любовной истории. Что покажет тест на отцовство и что скрывают родственники, почему они препятствовали проведению теста ДНК. Нам удалось найти девушку, которая снимала у Василия Кузьмича комнату, жилплощадь. Давайте сейчас послушаем, что она нам рассказала. Внимание на экран. Мне десь было около 13-14, я ходила в 9 класс. И тогда на тот час жилья не было, то мы туда переехали до него. Ну, спочатку він був нормальний, мама кудись уїжджала по своїм ділам, там, залишала нас самих дома. Він постійно приставав до мене, ну, прийшов в мою кімнату, щось там заглядав в мою кімнату, я замітала. Я говорю, ну, чого ви дивитеся на мене? Які в тебе гарні груди, ну, що це? Це дід старий. Йому 72 часи йому там. Я думала, що він старий збочинець. Тобто, Василій Кузьміч... Заглядывался, он был сексуально активен, мальчик. По утверждению, да, этой девушки. Ну какая девушка? Надежда. 13 лет тогда было, это ребенок. Какая девушка? Ну, но давайте так. Он еще и педофил. Послушайте, но вы знали о таких вот, как бы, о такой сексуальной активности, Василий? Я сама предупредила этих квартирантов. Это была не одна девочка. Перед этой девочкой, да, ну перед этой семьей, вернее, многодетной, ага, дедушка брал, во-первых, на квартиру. В газету он писал объяву, что Винху хочет взять на квартиру людей, но перед этим он спрашивал, у вас есть папа, кто муж, чтобы не было защиты. Он брал таких, как я, многодетных, обездоленных, это без мужей. Одна Ира Хоменко была передо мной, это первая квартиранка. Ко всем он приставал. Надежда утверждает, что родила ребенка от Василия Кузьмича, если не по любви, то, по крайней мере, по взаимному согласию. Нашим еще мальчикам дед могут фуры дать еще тот. Антонина Филипповна, которая носила Василию Кузьмичу пенсию, уверяет, что никогда не видела Надежду беременной и вообще ее никогда не видела там, у Василия Кузьмича. Ну, если бы вы были в том доме, то вы бы там наводили порядки, там бы где-то было бы чисто. Но о своей любви Василий Кузьмич активно писал в газетах и давал интервью. Более того, Василий Кузьмич всегда хотел жениться на Надежде. Если жінка молода, то любовь на все життя. Что покажет тест ДНК? Действительно ли Василий Кузьмич
отец маленького Ванечки. И почему его обвиняют в изнасиловании? Я тебя и твоего наследничка покрышую. Либо вы открываете, либо мы сейчас собираем МЧС. Какое отношение к этому имеет Гена? Вы уважаете, что это ваш сын? В расследовании пытались во всем разобраться, то узнали, что за придуманной романтикой может скрываться не только корысть, но и насилие. Встречайте, пожалуйста, мою коллегу-журналистку Инна. Вот к Егорочку. Итак, что на самом деле стоит за историей отношений Надежды и Василия Кузьмича? Вы знаете, никакой любви не было. Надежда сейчас говорит, к сожалению, неправду. Потому что мы узнали, что Надежда угрожала Василию Кузьмичу тем, что она подаст заявление об изнасиловании на него. Собственно, поэтому он и признал Ванечку. Кто вам рассказал об этом? Об этом нам рассказала девушка Оксана. Это кто? Это квартирантка бывшая Василия Кузьмича. Внимание на экран. Років 5 тому Оксана шукала дешеве житло у Смілі. Купила газету оголошень і там побачила доступну пропозицію кімнати. Так познайомилася з дідом Василем Кузьмовичем і стала його квартиранткою. Ми зняли цей дом з 4 дітьми і жили в його половині дому. Він в одній половині, а ми в другій половині. Оксана мимоволі стала свідком співжиття Наді з дідом і знає таємниці, які Надія намагається приховати. І вона прийшла і зайшла сюди до мене, почала розказувати, що це дід такий, пересякий. Жінка знає, чому насправді Василь Кузьмович сплачує аліменти на Івасика. Давайте сейчас поподробнее, в деталях, о чем вам поведала Оксана. Давайте. Оксана, как это было? Да, Оксана рассказала, что к ней пришла Надежда и начала рассказывать, что меня изнасиловал Василий Кузьмич. И, наверное, я на него подам заявление в суд, чтобы он признал ребенка. Во-первых, это произошло до того, как была Оксана. Это, что когда... это произошло? Изнасилование? Да. Пришла. Да. Дело в том, что я говорю, я осталась, когда я убирала, я говорю, я осталась ночевать. Ну? Я легла уже спать. Правду говорю, я не буду врать. Он меня разворачивает вот так за ногу, подходит к кровати, вот так вот разворачивает за ногу, говорит, давай будем сейчас вот заниматься. Я говорю, что где-то обалдел? Я его ногой вот этой вот и толкнула, за которую он меня взял, его толкнула. Тут стоял шкаф его. Там стол стоял. На столе стоял телефон. Я его толкнула. Я понимаю, что он падает. Я думаю, сейчас вот так вот мысленно соображаю, что это самое, я сейчас это, его убью нечаянно. Он ударится, упадет, умрет. Меня посадят. У меня трое детей. Все. Я бросилась к телефону. Я не помню, честно, я не помню. Я знаю, что я набирала 02, но я не помню, прозвучал звонок или нет. Мне кажется, что был звонок. Я не помню. Я поднимаю эту самую трубку, вот это вот, набираю номер. Да. Мне вот так вот кинжал под горло. Я это самое бросилась убегать. Я вот помню, я не помню, что я взяла или штаны, или кофту, но я бросилась убегать. У него были на этих в квартире большие замки. Я их открыть не смогла. Я потом говорю, хорошо, вот говорю, что по согласию, да? Вот я говорю, хорошо, если ты хочешь секса, бери секс, на, бери. Вот, я вот этой рукой вот прикрылась, вот так вот, легла, говорю, бери. Матерью, ой, господи, прости. Простите, господи, простите. Нормально. Простите. Это душа сговорила, мне кажется, у вас, да. Простите, извините. Да. Я ему сказала, бери, что хочешь, только оставь меня живой, у меня трое детей. Бери, да, по согласию, он мне сказал. Это было первый раз. Да. А потом утром, вам что? Утром перед работой мне. Ну давай, мне ж понравилось. Вот я вот говорю, хорошо, мне все равно выхода нет, и все равно дверь не открою. Только после того, как он меня второй раз взял, тогда я забралась, ушла на работу. Так, а потом вечером пришли? Нет, потом я к нему не ходила, я только ходила с детьми к нему. Да после вы там жили, нам рассказали, сказали, что вы там жили. Правильно, я приходила потом с детьми к нему, сама я там уже после того не ночевала. А как утром и вечером секс? Приходили с детьми, я приходила сама. Секс утром и вечером, как мог быть, с детьми приходили? Нет, я не всегда, я приходила тогда без детей.
А не когда понял. После Дурдом того, как он меня изнасиловал, так. Я начала приходить с детьми. Подождите, так вы сказали, что у вас секс был вечером и утром каждый раз, всякий раз. Но... Не каждый раз, а всего было вот. А, не всего как, два раза? Вечером и утром? Да. Так вот это, подождите, это а забеременели вы либо вечером, либо утром, получается, тогда? Ну да. То вот есть у вас только всего два раза был секс? Да. Вот я клянусь, я не сойду с этого места, это было так, угу. Вот так вот было. Так. И Оксана, подождите, вот говорите, Оксана, да? Когда Оксана пришла, я уже была в положении, но небольшой у меня был срок. А вы ей рассказывали? И я ей говорю, девочки, будьте осторожны, у вас тоже дети. Вы тут пришли, вы во второй половине живете. Деда была квартира, ну, хата на две половины. Я жила с дедом, а другая половина была закрыта. Это была там детям его, внукам там где-то объяснял, что там много... Если вы не жили с дедом, вы какие-то... Нет, вот, жить я дедом, жила это... с дедом ну. С 10-го года. По тот момент, когда я не родила. Я вот от деда я практически в роддом ушла. Да ну я с момента, как у вас был секс, как до рождения, подождите, как месяцев. Вы от деда практически ушли в роддом? Он что, 82 года не только способен оплодотворять, но еще и по экспресс-программе, что ли? 9 месяцев обычно же. Я потом вы... с ним не жила, я ходила с детьми. Не понимаю я. Я у него так жила, но половой жизнью я с ним не занималась. Вот, вот так правильно. Надежда, просто ваш рассказ разделяется на две части. Первая часть, вы рассказываете, да, у нас был утром-вечером. Вторая часть, он меня изнасиловал. Где здесь правда? Что в первой части вы говорили правду. Единственное, я как физиогномист скажу, момент, то, что вы якобы не любите секса и вы не гулящая, вот здесь вот вы, ну, я не хочу вас обидеть, но здесь вы приврали. А как долго продолжались ваши отношения? Вечером и утром. А секс с другими мужчинами в тот период был у вас? Клянусь, не было, клянусь. Я просто не гулящая женщина, я не пью, не курю, я нормально веду образ жизни. И поэтому сейчас, говоря о том, что это было только два раза, вы тоже врете. Нет, я не вру. Я не вру. Это физиогномист. А знаете, я мимику вру. Нашего лица, вру, конечно, честно, и тело совершенно сложно обмануть. Но я все-таки хочу еще раз у вас уточнить, потому что абсолютно точно знаю, что зрителям тоже, очевидно, это не очень понятно. Значит, вы сказали, что какое-то время вы с ним жили, с Василием Кузьмичем, потом он вас изнасиловал вечером и утром. Потом вы ушли и стали приходить? Да, я какой-то период к нему не приходила. Я какой-то, после изнасилования я какой-то период не приходила, пока мы с ним не помирились. Пока это а как самое. Что значит помирились? Человек вас изнасиловал. Да. Это вот как вообще? Я пошла в милицию. Что? Это самое не сразу. Это я вот, извините, заяву. Надежда, да. Вы меня простите, но я не очень могу понять. Человек вас изнасиловал. Человек буквально надругался над вами. Ну, да. Он вами попользовался. Совершил преступление. Да? После этого вы говорите, что я даже в милицию не пошла, а потом вообще с ним помирилась. Вы вообще себя уважаете? Уважаю. Он вас потыкал. Знаю. Да, получилось так. Что значит получилось? Но при этом я понимаю, что вы не могли себя защитить. Вы не могли себя защитить, это понятно. Да, вы оказались заложницей, и вот Олеся, возможно, согласится со мной, подтвердит, если я не ошибаюсь. Психологически вы находились действительно в стрессовом состоянии, вы стали жертвой. Но вырвавшись на свободу утром, вы через какое-то время... должны были прийти в себя, осознать это, в милицию обратиться. Я и уж никак не мириться. А когда вы помирились, у вас был потом секс? После того, как помирились? Нет, просто я тогда... Так, Олеся. И у него было... Очень важный момент здесь. Мы должны понимать, что если мы попадаем в состояние жертва-насильник, то это не факт, что человек в это состояние потом не вернется, даже если ее изнасиловали. Если Надежде действительно было там так хорошо, ее, знаешь, называется состояние «прикормили стихами, вкусняшками, деньгами», то, что она никогда не видела сама, и потом она вроде как забыла, и она действительно может вернуться. Так это или нет? Я не знаю. Но исключать этот факт, что жертва сама по своей воле может вернуться к насильнику, потому что вот там где-то чуть-чуть похуже оказалось, это действительно есть такое. Можно? Да, конечно. Дело в том, что я к нему не ходила. Мне было даже стыдно детям сказать.
что и как и почему, от кого я могла забеременеть. Я молчала все это время. Я пошла в милицию после того, когда дед сказал, что я хочу, чтобы ты ребенка записала на мою фамилию. Я пошла, мне сказали, я поздно пришла. Я написала заяву. Начальник милиции взял вот так вот заяву, извините, помял и выбросил в мусорку, сказал, ты поздно пришла. Хорошо, я закрыла эту тему. Это я потом родила, чтобы не было никому ничего, я написала ребенка на свою фамилию. Я не хотела ни его хаты, ничего. Я ее доглядала за огорода, вибачте. Потому что мне надо было выжить с детьми. Леша, можно внести ясность? Романтик начался до изнасилования или после? Ну, сначала он, это самое, я же говорю, мы ходили в магазины, он мне покупал, все. Вот, это самое... до изнасилования? Да, да. Вот эти стихи он вам писал до изнасилования или же после? Ну, это самое, это после уже писал. То есть стихи он писал после? А замуж звал вас после или до? До. Так, ну, стоп, минут. Значит, до изнасилования. Нет, замуж звал уже, когда я беременная была, когда так он... вот я у вас и спрашиваю. Вот, значит, это романтические отношения и всякие штучки, после. Дрючки. До изнасилования. До изнасилования. Потом было изнасилование, а потом, собственно, начались стихи и ЗАГС. Подождите, если это были романтические отношения до изнасилования, значит, в статус ваших отношений является мужско-женский. А вы говорите, что вы просто его доглядали, а потом он вас изнасиловал. Не совпадает. То есть романтика не в том, что вы с ним ходили в магазин. Я ходила романтика с ним, в том, что он нам цветы дарит. Он мне покупал, да. Не, ну цветы не дарил, это то же самое ухаживал. Вы сказали, я доглядала, но... Да, что вы хотели продолжить? Извините, Олеся, это очень важно. Я его доглядала. И он мне это самое... Помогав деньгами, помогав дітям, покупав мені речі. Ухажував. Казав, я хочу... Это саме ухажував. І коли він узнав, що я беременна, я йому сказала, да, тому що коли він мене зносила, я не ходила, а потім він мені сказав, позвонив і говорить, приїдь. Я говорю, я буду приїжджати і спати у тебе, якщо буду спати, залишатися у тебе, то тільки з дітьми. Ти согласен? Хорошо, согласен. Давайте посмотрим, як зараз виглядить Василій Кузьміч. Внимание на екран. Куфайку собаку, куфайкой укрыли, как собаку. Василий Кузьмич выглядит откровенно плохо. Он беспомощен, лежит в памперсе и не может подняться без посторонней помощи. Егор, вы ведь видели Василия Кузьмича? Он действительно настолько плох? Он может говорить, к примеру? Еле-еле. Его голос практически не слышен. Вы спрашивали его о Ване? Да. И что он сказал? Он вначале сказал, о, Ваня пришел. То есть на его лице была улыбка. Вот его лицо говорило, что он рад этому ребенку. Угу. А потом, когда Надежда спросила, это твой ребенок? Он сказал, нет. Нет, это не мой ребенок. Может быть, он просто не понял вопроса или не сообразил? Нет, он просто запуган. Я думаю, что нет. Он просто запуган. Давайте сейчас сравним фотографии Вани и Василия Кузьмича. Будьте добры. Так, вот смотрите, вы можете, Светлана, пожалуйста, похож. Есть какие-то здесь сходства? Вот это видно невооруженным глазом, что похожи носы. Да, глаза очень похожи, лоб. Я не разбираюсь. Покажите, где надо. Нет, я еще хочу обратить внимание. Ну, какие-то черты-то все равно вы не видите, да? Я хочу еще обратить внимание, сейчас, если посмотреть на молодую фотографию и на Надежду, они его даже между собой слегка похожи. Знаете, вот я слушала, вы когда вышли, первое, что вы сказали. Такой секс был, утром и вечером. Вот вы с такой, вот вы, подождите, вы с восхищением таким об этом говорили. Я даже аплодировала и деду, и вам, да, и фору даст молодым. Вот вы, мужики, вот смотрите. А сейчас вы сидите и плачете, что вас изнасиловали. Так скажите, пожалуйста, вам было хорошо? Или вас все-таки изнасиловали, вам было плохо? Я не могу понять. Вот вашей позиции вообще не могу понять. В данный момент я с ним общалась, это самое, да, на уровне как... с отцом, вот так вот. А когда он меня... Ну вот, я ну поняла, как, ну вот да? Подождите, я вам вопрос задала такой. Я занималась... Вы вышли и сказали, что он даст фору любому молодому мужчине. Ну да, мужчине, потому что никто не видел, извините, его спермы.
Надежда, с момента... А сейчас вы говорите, что он изнасиловал, понимаете? То есть сейчас вы плачете, мне вас жаль искренне, да, вот там по-женски. А на тот момент я прям за вас рада была, когда вы сказали, что ох, даст фору любому. Ну потому что он еще был живчик тот еще, понимаете? Подождите, ну так он вас изнасиловал или все-таки вам было хорошо, и он вас не насиловал? Как бы там ни было, все равно мне его жалко как человека было, что он погибает вот так вот. Итак, нашей журналистке Инне удалось узнать все-таки от бывшей квартирантки Василия Кузьмича, что якобы он все-таки подписал бумаги об отцовстве под давлением. Якобы Надежда угрожала Василию Кузьмичу по поводу того, что подаст в милицию на изнасилование. Но что покажет тест от ДНК? Может ли Василий Кузьмич оказаться действительно отцом маленького Ванечки? И как вели родственники старика, когда мы брали образцы ДНК у Василия Кузьмича? Либо вы открываете, либо мы сейчас собираем МЧС. Алло, Ваня Вермал. Привет. Манюшка пришел. Василий Кузьмич, вы уважаете, что это ваш сын? Когда моя коллега Инна поехала в Смелу, то ей удалось пообщаться с родственниками Василия Кузьмича. И вот что они рассказали об изнасиловании. Внимание на экран. Бабуся в нього померла. Вона вдерлася до нього в довіру. Пока там жила, винесла туди все, що можна. Перестала з ним спілкуватися. Ну, так, близько сказала, що потім через деякий час з'явилася, сказала, що вона вагітна. От, що... Це його дитина, і якщо він її не визнає, то вона його звинуватить в обвинуванні. Нагла, страшне, нахалка. Він вже 10 разів їй казав, щоб вона його не зачіпала, не трогала, не надоїдала. Вона приходить, стукає в вікна, кричить, погрожувала йому. Вона там зійшлася жити з іншим чоловіком після того, то вона його настроїла. Він телефонував, погрожував, казав, що якщо ти не зробиш те, що ми тобі скажемо, то я тебе порішу. А на що йому вона, ну от їй він потрібен? Будинок вона хоче, пенсію вона вже відсудила. Аліменти вона отримує. Значить, невістка говорить, що ви буквально запугали Василія Кузьмича. Чого, що дзвонив її муж, тут, що вона жила, це було при мені. Я принесла пенсію, це було при мені. Звонил ее муж, и действительно Василий Кузьмичу угрожал. Подожди, а у вас сейчас новый мужчина уже? У меня нету мужчины. А кто же тогда звонил? Ну, я жила на Владимировке, это самое. И был, да, действительно, Гена звонил, когда это самое... Гена был еще. Сколько да. лет Гене? Ага. Как, Гена позвонил деду, когда дед это самое сказал, что это самое... он признавал Ванюшу, все, ну. говорит, это самое, что дурак я... Ванюшке ничего не оставляю. Так, я говорю, дед, мне твоя хата не надо, мне просто надо совесть своя. Понимаешь, говорю? Зачем Гена звонил? Зачем звонил? И он начал... Зачем Гена звонил и что он хотел от дедушки? Потому что... Гена — это мужчина, с которым Надежда жила, это... когда ушла Потому от Василия Кузьмича. Что выяснилось? Дед и его родственники начали говорить, что Ваня не его. Какое отношение к этому имеет Гена? Ну, не знаю, хотел, наверное, защитить меня. Хотя ему сказала, ты не вмешивайся, это не твои проблемы тут. Сколько раз Гена звонил? Один раз. И я говорю, дед, где Гена телефон взял? У меня. Я с дедом разговаривала. А зачем вы дали этот телефон? Я с дедом разговаривала, и он это самое... Так, послушайте, это было при вас? Да, один раз я принесла. Так, расскажите, пожалуйста, как это было. Один раз он не звонил, и больше я не... Ну, что как было? Я зашла, начала платить пенсию, и звонок. Так, и... И дед расстроился, его аж трусить начал. Так. Дед уже был, ну, как вам сказать, в таком состоянии, что он уже никуда не ходил. То есть все-таки позвонили не вы, а изначально Геннадий позвонил. Три года последний дед уже никуда не ходил. Потому что Ваньке начали угрожать. Это самое, меня начали обижать, начали угрожать, и он сказал, что если это самое, вы Ваньку тронете, говорит, и Надьку, конкретно вам я угрожал? За вас это самое, я за них голову вам отключу. Кто вам угрожал? Позвонил мужчина. Но он как-то представился? Он мне сказал, якщо б я тебе на Яблунівці не бачив, поняв, это сам, якщо я тебе там побачу, я тебе и твого наследничка покришую, понятно, не успеешь и убежать. Я пошла, написала заяву в милицию, в канцелярии, это самое, поставила печать, оставила. С тех пор, это было первый раз, 4 месяца в апреле, с тех пор, это сам,
Никто что не рассматривал, ни милиция, ничего. И этим четвертым месяцем, когда... почему вас стали запугивать? Что потому что все дело в доме, понимаете? Человек начал предположить... требовать да. дом. Да, человек стал вы требовать дом, наследство. Я слушайте, не хочу ни наследство дома, стал ничего требовать я не хочу. Просто. Либо требовать, либо Надежда начала требовать это наследство, либо действительно родственники очнулись и поняли, что они ага, Ваня действительно может быть наследником. И может забрать этот дом. Но давайте посмотрим. Смотрим, а что представляет из себя этот дом, это домохозяйство. Внимание на экран. Ну, для села-то нормально. Ну, такой. Дом. Хороший такой дом. Он две половины. У него ставни все время закрыты были. Потому что окна хорош, все побили. Хороший нет, дом. Не а кто бил окна, кто бил окна? А какая часть дома принадлежит Ване, если ну, он действительно является сыном Василия Кузьмича? Смотрите, давайте я сразу внесу ясность, чтобы да. просто вы не путались потом. Дележка дома будет наступать после смерти дедушки. Дай бог ему до смерти этот вопрос закрыт. Да. Как оно будет происходить в дележе? Вот сын, например... Это первая очередь в унаследовании. То есть, если кроме него никто ничего не заявит, он унаследует все. Если еще кто-то заявит из первой очереди, оно будет поделено 50 на 50. Ну, у Василия Кузьмича есть еще один сын, да? То есть, два сына. Да. А делиться будет дом или от этой половины, то что сыновьям отойдет? Делиться будет все, что принадлежало покойному до смерти. Да. Ложки, вилки, дом. Все, что принадлежало ему, все будет делиться, на что будут заявлены права унаследования. Значит, если сегодня подтвердится, что Ваня является все-таки сыном Василия Кузьмича, ему принадлежит как минимум половина имущества Василия Кузьмича. Леш, я скажу больше. В данный момент, на данную минуту, ему уже это принадлежит по той причине, что есть решение суда, которое вошло и вступило в законную силу и не было оспорено. Она может сейчас никуда не ходить. Она дождется смерти деда и поделит это с теми, кто это... Послушайте, но я вдруг об этом подумал, так получилось. Получается, что этот тест ДНК, который мы все-таки провели, и результаты которого вот-вот-вот огласим, он может сыграть ужасную службу самой Надежде, если вдруг опровергнет отцовство. Смотрите, я объясню. У нас устоявшееся решение суда. Дедушка, отец. Вот тест ДНК, вот, он имеет значение. Это вновь выявленные обстоятельства. Вот смотрите, я вам объясню простую ситуацию. Приезжают родственники в суд и говорят, смотрите, у нас есть три человека, которые подтверждают, что дедушка написал расписки под давлением. Вот вам новое обстоятельство, вот вам в доказательство тест ДНК, и оно развалилось, как карточный домик. И понимаете, и они все отсудили, и все достанется тогда единственному действительно биологическому сыну. Ну или, по крайней мере, того, кого считают биологическим сыном. В данный момент решение суда действует. Вы не боитесь, кстати, сейчас вот результатов ДНК в связи вот с таким новым поворотом? Я не боюсь, потому что мне это самое... Я знаю, что я ни с кем не была в тот момент, это раз. Во-вторых... Мне ихний дом, как я говорила и говорю, мне не нужен. Если он принадлежит Ване, пусть будет Ване, мне не нужен. Я себе добилась квартиры. Совсем скоро здесь, в этой студии, мы узнаем результаты ДНК-экспертизы и ответим на самый главный вопрос. Ваня, может быть, он все-таки марионетка или настоящий сын Василия Кузьмича? Мы взяли образцы для теста ДНК у Ванечки, а потом поехали к Василию Кузьмичу в Смелу. Но оказалось, что сейчас вместе с дедушкой живут родственники. Давайте посмотрим, как они встретили нас и удалось ли нам, собственно, взять необходимые образцы. Внимание на экран. Ты сказал, что вы ничего не хочете. Я еще раз скажу. Не хочу даже плакать. Дивіться, тут одна хвилина. И еще раз скажу. А чому вы не хочете? Булин не хоче, тому я не хочу. Можна я зайду в нього запитати? Не надо. Ну, чого? Чесне слово, я нічого не хочу. Він мені сказав, залиште мене у покої. Я стара людина, я хочу спокійно умерти. Все, зараз ще чоловік не прийде, будь ласка. Все, а я поїхала роботи. Все. Сергей, а имеют ли право родственники препятствовать сбору образцов ДНК? Невестка – это формальный родственник. И не пускать кого-то в дом, если она не имеет никаких прав на этот дом, она не имеет. Угу. Это уголовная ответственность, как минимум, перешкоджання діяльності журналиста, потому что журналист собирает информацию. Вот.
просто поговорить. Говорю, можно я зайду, поговорю, спрошу. Я же не буду против его воли. Я с ним поговорю. Нет, категорически. Ну, вот на самом деле, в тот момент здесь даже не ясно. Если дедушка лежачий, и установлено, что это какая-то невестка, она не пускает кого-то в дом. Мы видим по этому дому, ставни закрыты, двери закрыты. Где доступ воздуха? Возможно, дедушка реально находится в опасности. Он не может себя обслуживать. А кто-то этим пользуется. По крайней мере, должны реагировать, правильно сказать, социальные службы. Милиция. Правоохранительные органы, которые должны разобраться в этой ситуации. Как минимум, но там же есть участковый, который должен знать об этой проблеме. Знаете... Сейчас после нашего сегодняшнего разговора мы опять поедем в Смелу для того, чтобы взять образцы ДНК. Так какой же все-таки будет результат? И является ли Василий Кузьмич настоящим биологическим папой маленького Вани? Благодаря возможностям современного телевидения вы увидите это прямо сейчас. Откройте, пожалуйста. Почему нет? А потому что нет. Вот, у нас есть документ, что это его ребенок. Он пришел в гости. Вот, есть решение суда. Мы все время, сколько они не приходили, мы давали право ему. Дайте сейчас право общаться. Все. Нет, я вызываю. Мне нету времени. Либо вы открываете, либо мы сейчас собираем МЧС, скорую, милицию и разбираемся. И почему дом закрыт ставнями? Почему вы его незаконно держите в заключении? Заходим. Заходи. Ванюша, Ваня, где? Быстрее иди сюда. Ваня. Давай, заходи. Алло, Ваня Вермалов. Привет. Давай. Ванюшка пришел. Говорю. Василий Кузьмич, вы уважаете, что это ваш сын? На расписке писал, кто я. Наконец-то мы получили результаты ДНК, Надежда. Если есть кто-то из представителей семьи господина Баранчука, мы пригласим также его для оглашения этих результатов. Здесь никого нет, поэтому будем объявлять анализы экспертизы ДНК непосредственно Надежде. Молекулярное определение биологического родства у двух участников. Отцовство исключило. Да? Да. Баранчук Василий не отец Вани Баранчука. Я не ожидала такого результата, честно. Потому что я знаю, что я ни с кем не была. Мне нечего врать. Я знаю, что я не жила плохой жизни и до сих пор не живу. Если родственники Баранчука посчитают нужным сделать пересмотр данного дела, и в этом случае вы не сможете претендовать ни на что, что принадлежит ему. Матиме право, пожалуйста, нехай. Ні, значить, ніяк рішить суд, чи я не знаю.